С бригадой сборщиков Ярославского моторного завода мы познакомились на экскурсии в Ростове-Великом. Эта туристская поездка – награда рабочим за успехи в труде. 2 года назад во втором сборочном цехе создали комсомольско-молодежную бригаду во главе с Виктором Тихомировым. Рядом с ним у конвейера встали Виктор Данилов, Алексей Галанин и еще несколько молодых рабочих. Тогда вряд ли кто считал их серьезными соперниками в соревновании за почетное право собрать миллионный двигатель с маркой ЯМЗ. А бригада Тихомирова вышла победителем в этом соревновании и приняла новое обязательство – завершить план пятилетки за 3,5 года.